вместе остаться, все нормально. Мы нужны своим. Мне кажется, да. Смотрите, пока. Светлана Лобода, фото, Legion Media. В мае прошлого года певица во второй раз стала мамой, подарив дочь немецкому музыканту Тилю Линдеману. Малышка появилась на свет в Лос-Анджелесе, а уже буквально через считанные недели Светлана вернулась к работе. Сегодня в столичном Крокус Сити Холл 36-летняя звезда в третий раз вышла на сцену в рамках шоу «Суперстар». Поздравить певицу с заключительным московским концертом приехали многие коллеги по цеху, включая Николая Баскова, Любовь Успенскую, Максима Галкина, Аллу Пугачеву, которая в последнее время нечасто радует своим присутствием светских фотографов. Также поддержать Лободу прилетел и отец ее дочери. Незадолго до концерта стали ходить слухи, что Тиль станет почетным гостем грандиозного события, но многие сочли это просто способом для того, чтобы привлечь внимание к шоу. Линдеман все же появился на концерте, правда, вовсе не так, как это ожидалось. Одно из выступлений фронтмена культовой немецкой группы показали во время музыкальной паузы, пока Светлана переодевалась в очередной яркий и откровенный наряд. Среди почетных гостей можно было увидеть Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Николая Баскова, Любовь Успенскую. Фото Инстаграм. Отношения Светланы Лободы и лидера культовой группы «Рамштайн» до сих пор для многих поклонников остаются загадкой. В декабре Лобода вместе с малышкой Тильдой посетила концерт музыканта в одном из московских клубов. Как рассказывали очевидцы, Светлана была замечена в VIP-ложе, а после шоу певица и Тиль уединились в его гримерке. Ясно одно, Лобода и Линдеман поддерживают очень теплые отношения. Когда артистка оказалась в больнице из-за камней в почках и была экстренно прооперирована, певец прилетел в российскую столицу, чтобы поддержать ее, а также присутствовать на выписке. Именно тогда, из-за серьезных проблем со здоровьем, запланированные трехдневные концерты пришлось перенести на январь. «Мои дорогие, пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов, последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне, всю мою любовь, все мои песни, но жизнь непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все», писала Светлана в обращении к поклонникам. Фото Инстаграм. Текст Валерия Мустафаева.